Доработка кунгурского терминатора. Робот Джон Генри обрел руки. Конечности тестирует создатель машины Александр Осипович. Он разместил видеоролик и прокомментировал процесс в интернете. Конструктор строил сервомеханизмы для того, чтобы терминатор мог шевелить руками. Счастье было недолгим. Все сервомеханизмы умело справились, кроме сервы плеча, который поднимает всю руку целиком, и сервы бицепса, которая сгибает локоть. Последняя смогла согнуть локоть только наполовину и скончалась. Нужны более мощные в количестве 2 штук, поэтому выход остается один. Покупать очень дорогие от спортивных вертолетов 800-го масштаба. У них заявлено в 2 раза более по сравнению с моим усилием. Добавим, что на прошлой неделе Александр Осипович выступил на конференции «Новое состояние живого», а в гости к нему для того, чтобы посмотреть на процесс доработки робота, наведались иностранные тележурналисты из Associated Press и BBC. Джон Генри уже способен распознавать угрозы, которые таит в себе окружающий мир. Обнаружен код. Уровень угрозы умеренный. Вероятные легкие повреждения слабых цепей эндоскелета. Варианты действий. Привлечь внимание. Позвать, погладить, покормить, напугать, освежевать, выбрать целью для уничтожения.